Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я, Эдуард Петер, и мы продолжаем. После вебинара я сделал выводы, и теперь я действительно буду грузить видео не чаще, чем в 3-4 дня, но буду грузить разные, то есть по темам. Это будет фуд-фотография, это будет предметка, это будет фотошоп и это будет стимпанк. То есть в один день я загружаю сразу 4 фотографии и видео, и вы можете выбрать, что для вас в этом случае интересно. Потом я сделал захват страничку вместо своей страницы Петерсон. Да, Петерсон компании.de. Там просто одностраничная, двухстраничная, там контакты и это. То есть это действительно такая захватническая штука, где вы можете сами посмотреть, если захотите. Ну, она рассчитана на то, что если кто-то попал на эту страницу, то он быстренько попадет к нам на канал. То есть хорошее предложение, я его сразу же реализовал. В течение недели я еще реализую, я переделаю, немножко расширю плейлист. То есть из 4 я сделаю достаточно, чтобы новички знали, куда им идти, кто по фуд-фотографии, куда ему идти, кто фотошоп хочет, кто стимпан. То есть я это разноображу немножечко, потому что сказали, что новички теряются. Ну, давайте попробуем. Так, ну и переходим к сегодняшней теме. Я до этого изготовил вот такие разные фоны, как вы видите, да. И если вы со мной вместе делали, то они у вас тоже должны быть. И сегодня мы с вами продолжим фуд-фотографии в рустикальном стиле. Для этого у нас все есть. Вот ножик, помните, который я сделал. Тут у меня такая вот солонка есть, перчонка хорошая. И поймал я недавно соседа, он шел выбрасывать вот эти замечательные старые, ну, не знаю, подставки, тарелки, как хотите, назовите. Я говорю, ты что, с ума сошел? Ну-ка, отдай. Отнял у него. И вот, воспользовавшись этим, мы сегодня с вами сделаем очень такое простое блюдо. Вы же, наверное, догадываетесь, какое, да? Сейчас покажу. Вот переоденусь, стану поваром и начну показывать. Ничего лучше не подойдет к рустикальной теме, как обычная картошка. Я выбрал там большие очень клубни. Почему? Потому что я хочу ее сделать с начинкой. То есть я буду разрезать пополам, здесь запекать, делать начинку сметана, грибы, лук. Пока очень простенько все, потом это можно все усложнять. Я еще купил зелень петрушки для, и у меня есть такая крупная соль. И вот что мне удалось недавно приобрести, вот такие миленькие такие, вот видите, такие кошечки для лопаточки, для соли, там для декорации, но надо их составить еще, это без проблем. То есть вот этим мы сейчас с вами и займемся. Картошкой, запеченной в духовке и наполненной сметаной, грибами и лучком. Так, возьмем отмытую хорошо картошку. Разрежем ее на две части. Вот так. И наколем ее, это важно. Тогда она легче пропечется. Я сделал 3 картошечки, потом выберу. Вообще мне нужна 1 или 2, но потом посмотрю, какая из них лучше получится. Чтобы они были подрумяненные, возьмем немножко масла и смажем их еще маслом перед тем, как сажать в печь. Так, теперь поставим печь на 90 минут, то есть часа полтора это будет длиться, и температуру на 200 градусов. И посадим сюда наши картошечки посередине.
И время от времени будем туда уже ближе проверять на готовность с помощью кончика ножа. Ну а мы давайте пока сейчас пожарим грибочки. Сольем здесь маринад. Нам не нужен. Чуть-чуть тут просушим. На салфеточке. Я воспользуюсь своей раклетой, как грилем. Ну, а это можно делать спокойно и на сковороде. Я привык к этому прибору. Он мой. Подарок от жены. И поэтому мне с ним проще обращаться. Он такой мужской прибор. Так, подождем, когда разогреется чуть-чуть, и начнем жарить грибы. Вот так. У раклетницы есть своя зона. Более горячая, более такая теплая. И поэтому тут очень легко контролировать. Как только поджарилась, да, сдвинули сюда, а это продолжаем здесь. Пока там это жарится, давайте мы этот мелкий лучок, он нам нужен будет только для декоративности, поэтому я его взял немножко обычный, где мы будем сверху подсыпать. А этот уже пойдет в приправочку. Режем меленько, насколько это возможно. Так, теперь возьмем французский крем франсуа, 30% жира. Он больше похож на нашу сметану, потому что немецкая сметана под названием шмант довольно-таки жесткая. И как бы мне не очень нравится. Я привык к русской сметане, поэтому мы здесь и с вами останемся. Теперь останется посолить. И заправочка у нас уже готова. Когда грибы дойдут до готовности, их можно и нужно посолить и поперчить. От этого они только вкуснее станут. После того, как грибочки приобрели такой желтовато-коричневый оттенок, какой я себе и хотел, можно плиточку выключить, но грибы не снимать. Потому как осталось всего полчаса, я не хочу, чтобы они остыли. Пусть пока так это на медленном огне доходят. Ну вот, мы вытащили такие вкусные. Выглядят хрустящие, красиво. Так, давайте мы их теперь заполним. Что у нас тут есть? Так. Аккуратненько. Начнем раскладывать грибочки. Большой сюда, чтобы было видно, что это грибочек. Сюда. И теперь уже присыпем лучком. И украсим петрушечкой. Так. В итоге у меня получилось вот такое рустикальное блюдо. Сюда я положил лучок. Здесь грибочки. И чтобы картошечка наша не разваливалась, она имеет к этому склонность. Шпажки такие. Вот так. И порядок. Теперь давайте поговорим о освещении. То есть я поставил сюда одну вспышку с обычным горшком и с сотами. Она будет у меня освещать
сзади, то есть давать свет. Чтобы у нас не произошел пересвет на заднем плане там, то мы вот здесь сейчас закрепим кусочек темного, в этом случае коричневый, попался под руку, картона. Здесь у нас стоит тубус, тоже спичка, который будет делать вот сюда акцент. Для того, чтобы этот край тоже немножко подсветить, я, пожалуй, поставлю сюда отражатель. А здесь мне бы хотелось, чтобы попало вот на картошку и придало ей такой золотистый немножко цвет. Поэтому я сейчас возьму вот такую золотинку и поставлю ее здесь. Ну и давайте теперь произведем щелчочек. А может и два. Ну что ж, дорогие друзья, после того, как мы сделали вот эту фотографию, вы, наверное, думали, ну, на этом и все. И ручки потирали, в ладошечки шлепали. Нет, дорогие мои, раз уж вы меня ограничили в количествах видео, то я решил видео удлинить. Шучу. Дело в том, что я недаром сделал побольше картошку, вот у меня еще одна картофель лежит. И я сделаю это теперь уже в светлом ключе. То есть немножко по-другому. Я хочу с редисочкой это сделать все. И с огурчиком. Огурчик отдельно. То есть я сейчас порежу вот таким образом свой огурчик. Тоненько-тоненько. Резательную машину доставать. Это у меня будет, так сказать, байлага, то есть приложение. И я буду ими украшать. А редиску я сейчас добавлю вот этот наш начинку. Добавлю тоже сметанки еще сюда. Я думаю, хватит. И мы с вами продолжим уже на фото столе и посмотрим, как это будет выглядеть теперь эта картошка только в светлом ключе. Так как мы с вами будем в светлом ключе делать, поэтому мы сейчас такой более с белым что-то такое. Достаточно, видите, как хорошо, достаточно перевернуть. Все, у нас совсем другой получился фон. Так, снимать мы будем вот отсюда, да? Поэтому, наверное, надо вот так развернуть. Вот так, чтобы стол как стол был, да? Вот, хорошо. Ну, а теперь давайте займемся стайлингом. Так, это поставим по диагонали чуть-чуть. А картошку развернем сюда. И вообще бы ее надо чуть приподнять, чтобы она больше казалась. Так, для этого вот эти огурцы используем сейчас. Вот так. Так, здесь мы эти огурчики сейчас красиво разложим. Здесь бросим редисочку. Так, это ненавязчиво. Возможно, здесь. Не знаю еще. Ну, я знаю, что на задний план я бы хотел, конечно. На заднем плане я бы хотел их иметь вот таким образом. Да, вот так. Ну, здесь, я не знаю, это уже перебор будет. Сейчас я посмотрю. Сюда, я думаю, я положу вот эту ложку деревянненькую. Так. Петрушку, как всегда, где-нибудь поставить. Здесь вот к огурчикам вот так. Раз, нежненько. Окей. Посмотрим, достаточно ли всего. Так, со светом еще что? У меня остался этот тубус.
но так как мне нужен теперь свет, я взял софтбокс, убрал у него первую тряпочку эту, чтобы более жесткий был свет, и поставил его вот под направлением 45 градусов. Там я пустое место еще заполнил немножко лучком, поставил редиску сзади, ложку повернул тоже по диагонали, и, в общем-то, сейчас должно быть все нормально. Единственное, скажу, что я поставил диафрагму сейчас на 4, и чтобы не было пересветов, все вспышки у меня на одной ступени. Давайте смотреть, что будет. Ну вот и все. Ну вот, дорогие друзья, наша картофельная эпопея подошла к концу. Итак, мы с вами сделали рустикальную картошку. Вот она. И картошечку в светлом ключе. И сейчас наступает самый интересный этап, то есть это дегустация. Ну, здесь, в общем, одно и то же, только что эти разные. Это с грибами. Ух ты, как поджарился. А это с редиской. По вкусу я вам скажу так. Они одинаковые, и обе мне нравятся. Картошку я очень люблю, и редиску тоже. Что касается картинок. Какая из них будет пользоваться успехом на стоках, я посмотрю. Я отправлю и ту, и другую, это тоже типа эксперименты, и с одной и той же картошкой мы посмотрим, что же все-таки покупается лучше, если вообще покупается. Ну, я продолжу трапезу, а с вами прощаюсь до следующего раза, который состоится через 3-4 дня. Всего вам доброго, пока!